Впервые в России и только в Иванове праздник для маленьких принцесс. С 2012 года по инициативе ООН отмечается Всемирный день девочек. Но как таковых торжеств никогда и никто не организовывал. Ивановский клуб «Деловая женщина» с инициативой широкого празднования выступил впервые, может быть, во всем мире. Мы очень хотим, чтобы этот праздник не прошел впустую. Ну как бы отпраздновали и разошлись. Ведь этот день был, и этот праздник был создан для того, чтобы помочь девочке в ее правах. Защитить ребенка, защитить девчонку. Потому что именно девочка подвергается в мире самому большому количеству насилий, репрессий, как это ни странно звучит. Поэтому мы хотим девчонку поддержать с самого юного возраста. В спортивно-развлекательном комплексе «Олимпия» пилотный проект проходит под лозунгом «Здоровье, спорт, красота». Занятия и развлечения по душе могла найти любая представительница прекрасного пола, вне зависимости от возраста. Каждая девочка может найти здесь что-то для себя. Кто-то может научиться вязать, бисером плести, может найти что-то вкусное. Здесь подаются капкейки, пирожные. Также здесь можно посмотреть концерт интересный. Анна точно знает, что нравится девочкам. В течение нескольких лет она помогает маленьким модницам раскрыть свой потенциал и почувствовать себя настоящими принцессами. Анна – фотограф. Абсолютно всем девочкам нравится фотографироваться, почувствовать себя моделью и поучаствовать, примерить на себя разные образы, какие только можно. И вот здесь сегодня мы подготовили свою фотозону для того, чтобы каждая девочка смогла именно почувствовать себя моделью, настоящей девочкой, принцессой и пофотографироваться. Что еще любят девочки? Сладости, моду, кино, ну и, конечно, косметику. Быть красивой – вот о чем мечтают все без исключения юные леди. Как сделать полезную и безопасную душистую продукцию в домашних условиях, им рассказали на мастер-классе. В завершении приятный подарок – кусочек ароматного мыла. Наша продукция максимально безвредная для девочек. Все компоненты натуральные, растительного происхождения. Где-то используются пищевые красители, пищевые ароматизаторы. Поэтому в уходе средства по уходу за кожей не навредят. Не только развлечения, но и поучения. На празднике работали психолог, юрист и специалист прокуратуры. Помогали словом и объясняли правовые аспекты девочкам, их мамам и бабушкам. Ожидается большее количество вопросов именно от родителей несовершеннолетних. Вопросы поступления в образовательные организации, как дошкольные, так и школьные. Будет, конечно, очень приятно, если сами несовершеннолетние подойдут и зададут вопросы, потому что очень страшно подойти к сотруднику власти, задать какие-то вопросы. Но если они подойдут, это будет очень приятно, значит, дети открыты на диалог. Доказывать свое мнение и зачастую право на карьеру и достижения с этим девочкам придется столкнуться во взрослой жизни. Потом. А сейчас только плюсы. Все, без исключения посетительницы праздника, не задумываясь, отвечали: девочкой быть проще и лучше, чем мальчиком. Я считаю, что для девочек больше всего интересно, чем для мальчиков дается. Например? Ну, для них есть школа для девочек. Девочкой лучше. Девочке можно вести красивые косички, одеваться красиво. Можно всякие наряды делать, одеваться красиво. Организаторы торжества приоткрыли тайну. В ближайшее время в клубе «Деловая женщина» откроется новое подразделение. Для девочек будет организована психологическая консультация. Заработает телефон доверия. Маленькие принцессы смогут поделиться наболевшим и найти в лице специалистов добрых подруг. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.